Подготовку к предстоящим праздникам в условиях пандемии коронавируса обсудили на заседании оперативного штаба. Мероприятие провел глава региона Вениамин Кондратьев. В работе принял участие мэр Анапы Василий Швец. На заседании оперативного штаба глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом на Кубани стабилизируется, но это не значит, что пандемия ушла в прошлое. Мне мнение очень важно, коллеги всех вас, то есть, как мы и говорили, мы надеялись, я еще раз подчеркиваю, что мы по количеству заболеваний в сутки опустимся ниже 100 случаев, ниже 100 человек, но мы не опустились. Поэтому, безусловно, вопрос сегодня выносится в первую очередь на обсуждение, проводим ли мы парад, посвященный Великой Победе 9 мая, со зрителями, либо без, с ограниченным участников зрителей, то есть те уважаемые ветераны, участники локальных боевых действий, вот только они. Пожалуйста, вам слово. Ну, однозначно без зрителей, потому что это увеличит риск, так сказать, роста заболеваемости. Владимир Алексеевич, вы как считаете? Конечно, без зрителей, Вениамин. Конечно, без зрителей. Нафиса Хусейновна, то есть вам слово. Я поддерживаю коллег, действительно, без зрителей, потому что это более безопасный метод на сегодняшний день избежать контактов. Коллеги, ну тогда парад на главной площади нашего края, посвященный 9 мая Великой Победе, будет проходить с ограниченным количеством зрителей, то есть в рамках того, что мы приглашаем только до 100 человек, уважаемых и ветеранов, и участников боевых, локальных действий. Но я прошу Галина Александровна Жукова вас организовать прямую трансляцию этого парада, как это мы сделали на казачий парад. Каждый, находясь у себя дома, может увидеть парад, посвященный 9 мая, который будет проходить на главной площади Краснодара. Также глава региона поручил вице-губернатору Игорю Чигаеву провести подготовку вместе с Кубанской митрополией, исходя из опыта прошлого года. В частности, организовать прямую трансляцию литургии. Прихожане при этом смогут участвовать в службе на территории храмов с учетом социальной дистанции. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.